В Национальной научной библиотеке открылась выставка графики бурятского художника, кинорежиссера Салбона Лыгденова «От Саян до Кавказа». В мире Бурятии Салбона Лыгденова до сих пор знали как талантливого кинорежиссера. Но Салбон создает и волшебные образы, черпая вдохновение из легенд и эпосов своего народа в графике. Свою творческую карьеру он начинал на телевидении, а позже в известных фильмах в России и Голливуде, таких как «Миссия невыполнима», «Сталинград», «Мы из будущего» и другие. Салбон Лыгденов работает в технике станковой графики «Бумага-карандаш». В течение месяца посетители выставки смогут оценить 42 работы исключительно в авторских экземплярах. В развеске три темы – экология Байкала, героизм и мужество, эпос и волшебство. В рисунках преобладают калмыкские и бурятские мотивы. В конце – сюрприз для жителей республики. Рисованные осетинские герои. В характере художника – исполинская вера в порядок мироздания, в чистоту любви. Его герои обладают сверхчеловеческими способностями и волей духа. Его графика зовет к победе над злом и призывает возвыситься над размеренностью потребительской жизни. Пока серия работ была представлена только в Москве. Далее выбор пал на Северную Осетию. Республику труды автора привезла компания, которая занимается поиском и продвижением талантливых мастеров уникальных произведений искусства. Очень интересная личность, неординарная. Я считаю, что талантливый человек, он талантлив во всем. Он известный кинорежиссер, также прекрасный художник. Поэтому вот именно этот человек, этот художник представлен нашей компании как первый. В это непростое время я считаю, что наиболее актуальны такие проекты, поскольку это объединяет нашу страну. Общность интересов, общечеловеческих ценностей. Я считаю, это наиболее актуально сейчас в данный момент. Пока мы здесь, во Владикавказе, мы очень рады и благодарны организаторам, поскольку мы считаем, что прекрасная земля, прекрасные люди, и Владикавказ считается интеллектуально-культурным центром, город воинской славы. Мы мечтали об этом.